Друзья, привет! А если вы первый раз на нашем канале, то вы на канале Бурмикс, и меня зовут дядь Миша. Сегодня приготовим хлеб. Самый лучший хлеб в мире. Я долго экспериментировал. Перепробовал и с семечками, и с солодом, со всеми разными добавками и с разной мукой. И, наконец-то, я вывел идеальную формулу, которой хочу с вами поделиться. Пекем хлеб. В чашу просеиваем 700 грамм муки высшего сорта. Добавляем 30 грамм ржаного солода, 30 грамм пшеничных отрубей, 40 грамм сахара, 20 грамм соли. Добавляем 11 грамм дрожжей. Я добавляю сухие дрожжи прямо в муку. Если вы пользуетесь другими дрожжами, читайте способ их применения. Теперь все это тщательно перемешиваем. Переходим к комбайну. Ставим чашу в наш тестомес. Включаем. Наливаем 530 грамм воды. Слегка-слегка теплую. А теперь наливаем 30 грамм подсолнечного масла. И замешиваем наше превосходное тесто. Итак, тесто у нас вымешивалось ровно 12 минут. Теперь берем вторую чашу, наливаем туда буквально 1 столовую ложку растительного масла и смазываем всю поверхность. Я использую горчичное масло. Оно придает хлебу определенный вкус, и мне это нравится. Вы можете использовать оливковое, тоже неплохо, только используйте обязательно хорошее масло. Даже можно подсолнечное использовать, но не вот это, которое без запаха, а именно масло, которое не рафинированное, с хорошим запахом семечек. Тоже будет очень вкусно. Выкладываем сюда наше тесто. Такое вот оно липкое получается. Оно должно тянуться. Переворачиваем его. Вот так. Чтобы сверху маслице было. Теперь я беру свою любимую крышку, накрываю. И отправляем в духовку на подъем теста. Температура в духовке 40 градусов. Вот и все, прошел ровно час. Вот так у меня поднялось тесто. Теперь мы его вот так вот делаем. Берем форму. Кто меня постоянно смотрит, знает, что у меня были проблемы с формой для выпечки хлеба. Нашел я наконец-то новую себе. Вот такая она у меня замечательная, большая. Глубина 10 сантиметров, ширина 14 сантиметров, длина 30 сантиметров. Не облазит, хлеб из нее выходит замечательно. Теперь мы ее смазываем растительным маслом и выкладываем в нее тесто. Теперь немножко так вот потрясем. Теперь я накрываю целлофановым мешочком и сверху кладу полотенце. Теперь пускай немножко поднимется в форме. Тем временем мы включаем духовку и разогреваем ее до 220 градусов. Итак, духовка у нас прогрелась. У меня прошло 7 минут. Как видите, хлебушек у нас растаялся. Все, и отправляем его в духовку. Теперь выпекаем 30 минут при температуре 220 градусов. Потом убавляем до 200 и выпекаем еще 30 минут. Ждем-с. Ну и вот он наш хлеб. Извлекаем его из формы. Как видите, все очень легко и просто. Теперь берем решетку, выкладываем на нее хлеб и даем ему остыть. А потом, естественно, будем пробовать, друзья. Такой скромный бутербродик я себе сделал. И пока наш специалист будет вам рассказывать о вкусе хлеба, я его поем. Вот для меня этот хлеб всем хлебам хлеб. Он идеальной консистенции, в нем идеальной величины поры, идеально хрустящая корочка, а сам мякиш, что любопытно, даже через несколько дней не черствеет. А кроме того, это еще очень вкусно. Вкусно с чем-то, там, с рыбкой, как Миша любит, или с сальцем, как люблю я. Ну и просто с маслом. Этот хлеб прекрасен.
Ну и вот, о качестве хлеба вы знаете все. Обязательно приготовьте и больше не будете никогда покупать хлеб магазинный. Будете радовать своих родных и близких. Ну а мы пока прощаемся и идем кушать бутерброды. А вам пока-пока. Не забудьте подписаться, кто не подписался, и лайкнуть. Пока!